Недавно на работе разбирали склады, выбрасывали все, что не нужно, то есть все, что давно списано, снято и не используется. Вот, выбросили на помойку, куда складывается металл. И, собственно говоря, я не смог пройти мимо такого ящичка, как мне казалось раньше. Открыв, я увидел, что там тены внутри, потихонечку начал вспоминать, что да, действительно, было такое у нас раньше оборудование на предприятии, где мы грели поршня, чтобы туда вставить пальцы. Грели еще какие-то вещи, я уже не помню, чтобы собирать на горячее. В общем, взял я провод от самовара. Он очень хорошо подошел, потому что провода не было. Здесь должен быть, я так предполагаю, какой-то градусник, вот. Ну и здесь, естественно, какая-то труба вентиляции. Включив в розетку, все заработало. Вот он греется. Внутри обыкновенной спирали, то есть никакие не тены, а просто спирали. Три полочки есть, вот. Отчетливо помню, что грели поршня, это вот 100%. Что еще? Внизу табличка. Надо попробовать оттереть, 60 какой-то год. То есть, видите, полвека ящику, и все работает. И все работает, можно пользоваться, что-то нагревать. Конечно, сейчас есть новейшие технологии, но вот как делали раньше. Ничего не произошло. Столько времени, и, естественно, им столько пользовались наверняка, потому что раньше ничего другого не было. И до сих пор все работает. Все, спасибо.